Максимально выгодных результатов для России без односторонних уступок – это самый главный принцип путинской дипломатии. Но если уступки все-таки неизбежны, они возможны, но только на взаимной основе, тогда Россия может и даже должна идти навстречу интересам партнера. Но только при одном условии – партнер также пойдет навстречу интересам России. Вы нам, мы вам. Тогда Россия может и даже должна идти навстречу интересам партнера. Но только при одном условии. Партнер также пойдет навстречу интересам России. Вы нам, мы вам.